В общем, обработал босса. Он довольный. Получается, борьбы с паразитами, глистами. Он вроде довольно чешется, вообще у него прям на ушах что-то какая-то довольно. Короче, в один день он мне штаны порвал. Пришлось их завязать в узел. Штаны порвал. И палец, а, вот на этой руке палец прокусил, потому что думал, что он заглотнет шкарлупу от колбасы. Запах, кстати, такой приятный, шампунь. Интересно. Порядок применения. Кошкам, щенкам, собакам. Давайте вот сейчас сфотографировать, на самом деле. Сфотографировать все его больные ухи. Эти расчесанные, показать, проконсультироваться. Нужно было так сделать. Поспешил. Ну, весит он килограмм 12. Точно. Больше, наверное. Это чернышка. Это у нас выпало. Ой, чернышка. От него пахнет на всю этот перчаток. Эх, колбасу вчера хранил. Не разрешает, не разрешает. Правильно. Это сама может быть. Чего не особо? Чемножка. Фу, нет. Как там средства? Классно. Такая у нее шерсть такая мягкая, вот как у кошки. Глаза блестят. Не помешало. Еще тоже к ребятам этот белобрысый. Вот турник. Уступи турник. Да, пожалуйста, пожалуйста. Глаза у них яркие. У меня тоже, наверное, должны быть глаза. Это мусорка. Урна. Урна. Уличная урна. Уличная урна. Муниципальная. Муниципальная, государственная. Вот они. Так, вон они у него. Уши. Расчесаны уши. Нога, нога. Помни, нога. Ну,
них свое общение, свой внутренний мир. За хвост он. А он меня касается хвоста. Он может так разыграться, вот штаны порвет. Палец укусит. Вот такое. Это мой босс. Босс, иди сюда. О. Мой босс. Что? А, тихо, на. Так, что это? Что еще? Это невкусно. Ну, по крайней мере, вот тут у тебя. Что у тебя? Вот тут у него еще. Вот здесь. Но эти перчатки уже стирать надо. Сейчас. Ну, посмотрим, какой будет эффект. Поможет. Побежали. Ладно. Вот, осторожно. Что-то они нашли. Довольно. Завидую дружбе. Прогоняет. Прогнали. Гав. Я тоже буду. Гав. О, зашугал я. Грызи куртку. Пакет разорвал мне. Ты? Так. Интеграцию. Все. Обработка. Yeah.